На базе пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю прошел первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. В мероприятии приняли участие 10 команд спасательных подразделений и отрядов Федеральной противопожарной службы края. По легенде соревнований, автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего в автомобиле заблокированы два пассажира. У одного пассажира травмирована верхняя конечность, у другого нижняя. И у обоих подозрение на спинальную травму. Здесь общая задача стоит, что спасателям необходимо стабилизировать автомобиль, провести деблокирование пострадавших и оказание им первой помощи, а также тушение условного возгорания. Каждая команда состояла из 4 участников, один из которых является капитаном команды. В его задачи входит проведение разведки, распределение задач между участниками и контроль соблюдения требований безопасности при проведении работ. Ну, в плане управления не возникает сложности, так как с командой уже хорошо сработаны и работаем в боевых условиях, и как бы соревнования – это самая мелочь для нас. В торжественной обстановке команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и дипломами. Команды, занявшие второе и третье места, дипломами. Анна Дьякова, новости на 8.